В Ульяновской области подвели итоги всероссийского конкурса «Правнуки победителей». Второй год подряд общественное движение «Бессмертный полк России» организует подобную акцию. Участники конкурса с 15 января по 15 марта 2020 года подавали заявки онлайн. Ребята выполняли различные задания. Изучали открытые архивы Министерства обороны, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье. Всего в исследованиях приняли участие более 16 тысяч молодых людей из России, в том числе и зарубежных стран. Целью конкурса является побудить наше подрастающее поколение, а участниками конкурса могли стать школьники с 11 до 18 лет, побудить их внимательно посмотреть на историю своей семьи, поискать там участников Великой Отечественной войны и провести самостоятельную исследовательскую работу. Как отметил Дмитрий Травкин, в Ульяновской области ребята постарались на славу, поэтому жюри было сложно определить победителей. Все работы были очень трогательные, многие из которых невозможно читать без слез. В итоге лучшими стали 5 ребят из различных уголков Ульяновской области. Так школьник Никита Дементьев из села Рязаново рассказал о боевом пути своего прадедушки, ветеране боевых действий Иване Дементьеве. Ксения Злобина из села Верхняя Маза проследила военный путь своего родственника Петра Пашина. А учащаяся Анна Нечаева из рабочего поселка Измайлова написала о брате-прабабушке Николае Галактионове. Более 40 тысяч школьников приняло участие, отозвалось вот на призыв нашей общественной организации. В том числе приятно отметить, около 500 участников было из Ульяновской области. Вот в такой трудной конкурентной борьбе подведены сегодня итоги регионального этапа. И нам было приятно, что у нас есть победители, 5 человек, которые теперь примут участие в следующем уже федеральном этапе этого конкурса. Все участники конкурса получили сертификаты на сайте проекта. Победители регионального этапа в ближайшее время пригласят в Ульяновск на торжественное награждение, которое пройдет в конце июня. На этой же встрече озвучат итоги всероссийского этапа. Организаторы планируют сделать конкурс ежегодным. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ.